Приглашается боец из Дагестана, Россия. Абдуризаев Артур. Встречаем. Баев болса, ал Элимбек Токтоголов менен Махмуд Киниас, Нурлан Токтобакиев, Малике Тамбио, жана Тилек Жээнбековдор бар. Эң башкысы алдыда болуп көрбөгөндөй эл күткөн кызыктуу таймаштар калды деп таймаштар алдыда болот деп айтсак. Туура болот. Азыр буга чейин мына россиялык мушкер ошентип жакындап мына октагондун жанына келген болсо. Эми Бостон Анарбаев келе жаткан учур. Жардамын аябай агаларыбыз да жаштарды калкалай барыбыз бир болсок кыдыма корносок келечеги биз кең пейилди оңдосок кыргыздан эр чыккан манызды дүйнөгө даңктаган барыңа айтарым жөн карап турбагын патриот сезимди ойготкон сен дагы жалабат тиозмат кен мен быйык жерлерим ысык көл нарын талаа сыймыктана беремин жанымды алдым бирок мекениме тийбегин эр жүрөк батырлык бул канымда бар элимдин бабаларым менин согушта эр да Бостон Анарбаев ошентип патриоттук ырдын коштосунда келе жаткан учуру. Бостон Анарбаев буга чейин Бакыт Базарбаев менен беттешкен, ушундай эле Алмамбет Абдывасиев менен да ошол эки таймашынан кийин бүгүн VEF Global 12 турнирінде өзүнүн күчүн сынап көрмөкчү. Бостон Анарбаевка албетте ийгиликти каалайбыз. Анын атаандашуусу ошол россиялык Артур Абдуриязев, бул Абдуризаев тагыраагы бул Абдуризаевтин көрсөткүчтөрү бир топ жакшы. Бул экөөсү 61 килограмм салмак чендиригинде беттешет. Абдуризаев болсо 2 таймаш өткөрүп экөөсүндө тең жеңишке ээ болгон. Негизинен ушул ММА-ге эрежеси рушка келгенге чейин ал эркин күрөш менен машыккан.
жана 1996 жылы төрөлгөн болсо, азыр 22 жаштагы Артур Абдуризаев биздин мекендешибиздин Анарбаевдин бүгүнкү беттештеги атаандашы. Артур Абдуризаевдин каймана аты жырткыч, буга чейин дагы бир жырткыч деген мушкердин беттешине күбө болгон болсок, азыр болсо мына ошол каймана атты алып жүргөн экинчи мушкер чыгып олтурат. Весовая категория 61 килограмм, рост 165 сантиметров. Чемпион Дагестана по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по вольной борьбе. Команда «Альянс», тренер Эльдар Гасанов. Боевой псевдоним «Хищник». Абдуризаев Артур. На россиялык Артур Абдуризаев ошентип мына «Альянс» спорт клубунун өкүлү болсо, азыр биздин мекендешибиз Бостон Анарбаев тууралуу маалымат. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по грэпплингу. Мастер спорта по панкратиону. Профессиональный рекорд. 4 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда «Ихлас», тренер Алым Исабаев. Встречаем. Анарбаев! На Бостон Анарбаев, Ихлас спорт клубунун өкүлү, жокердик самбо, грэпплинг боюнча спорттун чебери, андыктан ошол эрежесиз эр урушта ар тараптуу беттешти өткөрө ала турган биздин мекендештерибиздин бири. Азыр стандарттык эрежелер тууралуу бир сыйра маалыматты калса айтып өттү дагы. Алгачкы раундду баштамакчыбыз. Ошол жерде кара чолокшу менен кызыл бурчтан чыккан россиялык дагестандык Артур болсо, Бостон азыр ошентип ак чолокшун менен жана көк мээлейде беттешке чыгып алгачкы раундду баштады. Ну не спутать никак этих бойцов, я думаю, даже если бы были в одних цветах на ринге, я думаю, ярко выделяется здесь Артур Абдуризаев своим видом, да, и Анарбаева Бостона можно посмотреть, неплохой бросок сразу же от представителя команды «Альянс». Он является мастером спорта по вольной борьбе, как уже отметил мой коллега Иркин, и действительно сейчас во всей красе это дело продемонстрировал, но Бостон Анарбаев показывает свой опыт и умение выдерживать подобные ситуации, прямо сейчас буквально вяжет своего оппонента, не дает ему проводить атаку дальше, но мы видим, что Артур вырывается, сейчас начал работать в ноги, цепляет оппонента. И попытка забрать ноги. Эркин Грештег, да? Да, да, действительно. Пытается провести такой прием, который чаще всего используют в вольной борьбе. Но, как говорится, навык никуда не денется. Но вот пошли удары, и сейчас приходится очень неприятно Анарбаеву. Но благодаря своим навыкам Бостон все-таки выдерживает этот натиск оппонента. Пока он работает в обороне. Попытка сейчас подняться не самая удачная. Абдуризаев действительно прессингует своего оппонента на протяжении всего противостояния. Уже практически 2 минуты мы с вами посмотрели. И все-таки чемпион Дагестана куда активнее. Но достижение чемпиона Дагестана по боевому самбо — это тоже не Филькина грамота, как говорится. Абдуризаев Артур является очень и очень солидным бойцом, и мы это уже заметили. Вот здесь ошибка, Бостон едва сам не упал на ринг. И несмотря на свой опыт, в данном бою приходится ему тяжело. Пошли захваты, оба оппонента держат друг друга за ноги, но даже в такой ситуации, мне кажется, все-таки у Артура Абдуризаева куда лучше позиция. Находится он сверху в итоге. Пошел в атаку, но в такой ситуации, конечно, у Бостона Анарбаева получше, полегче защищаться. Обхватил он своего оппонента ногами. Классическая история. Бостон Анарбаевдин греплери экен, албетте эстен чыгарбашы керек дал ошол Артур Абдуризаев. Андыктан Бостондун
мындай абалды өтө ыңгайсыз ыңгайсыз абалда калышы албетте мүмкүн эмес. Буга чейинки учурларда деле ушул бутка кирип барып жерге жыгып алган мезгилде дагы ыңгайсыз абалда экенине карабастан атаандашынан соккуларды өткөрүп алган жок. Албетте сериялуу чабуул болду, бирок алардын биринчи экинчиси бир аз максатына жеткени менен андан ары абалды дал ушул Бостон Анарбаев оңдоп кеткен. Андыктан бул беттеште партерде көбүрөөк таймаш өтүп калса андан таң калбаш керек. Дал ошондой окуянын өнүгүшүндө булардын буга чейинки ушул кайсыл спорттун түрүнүн өкүлдөрү экени албетте кабар берип турат. Биринчи кезекте эмне кылса дагы Бостон Анарбаев ушул Артур Абдурзаевди бутуна кирип келгенге мүмкүнчүлүк бербеши керек жана кирип келе жаткан учурда тизе менен сокку узатуу бир мүмкүнчүлүгү буга чейинки бир мекендешибизде болду эле. Ал учурда дагестандык мушкердин секунданттарын көрсөтүп өттү. Алар ушунчалык өзүнүн шакиртине албетте тынчсызданат жана андыктан. Если ты заметил, там среди бойцов был Ислам Абасов, который уже провел свой поединок против Станислава Жука и как раз пришел поболеть за своего соотечественника, находится он в углу. Первый раунд практически подходит к своему концу. Есть еще секунд 30 с небольшим у бойцов. И пока без особых активностей. Да, начало было от Артура Абдурзаева резвое, но затем Бостон Анарбаев за сетки, за шорты и за экипировку не хвататься. Все перевел, так сказать, в свое русло. Здесь устное предупреждение у нас Артуру Абдурзаеву. Нельзя хвататься за одежду оппонента. Ну, я думаю, оба бойца это все прекрасно понимают. Просто в кураже, в разгаре этого поединка довольно тяжело смотреть. А вот здесь, да, нужно поменять ракурс. Спасибо режиссерам. Мы видим, что случился тейкдаун. Уронил на настил Артур Абдурзаев опять-таки своего оппонента. И что? Остановка. Это гонг. Первый раунд завершен. Да, биринчи раунд албетте аягына чыкты. Дал ошол учурда биринчи раундка бир сыйра биринчи раунд тууралуу сөз кыла турган болсок, көбүнчө себептеш албетте партерде өттү. Артур Абдурзаев 1-2-3 сериядан турган соккусу менен эсте калды десек болот. Бостон Анарбаев болсо, бирок ошол абалдан толугу менен кутулуп чыгып кетип жатты. Айрыкча эки мушкердин өтө жакшы спорттук калыбында экенин баса белгилесек болот. Мындай даярдык менен алар 3 раунд бою кадимкидей беттешти өткөрө алат. Эч кандай ашыкча буларда толкундануу көрүнбөйт. Өзгөчө бир ушундай шашмалык байкалбай, ушунчалык өздөрүнө ишенимдүү, толугу менен абалды көзөмөлдөп жөн гана өзүнүн сүйүктүү жумушун аткарып аткандай таасир калтырууда. Мына ушул биринчи раунддагы көзгө урунтуу учурларбы десек ага жетишпей калды окшойт. Анткени ортодогу тыныгуу дээрлик мына аягына жакындап калды. Мына ушул түз эфирде сиздерге сунуштап жаткан жалпы НТС жамааты, ал эми НТС спорт каналында сиздер бул беттешке күбө болуудасыздар. Азыркы учурда ушул Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда бул беттеш орун алып жаткан учуру жана экинчи раунд башталды. Эми өзүнүн секунданты ошол эле машыктыруучуларынан кеп кеңешин алган Бостон Анарбаев экинчи раундду биринчидегиден дагы сапаттуураак өткөргөнгө албетте мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда Бостондун дагы бир жакшы жери бул атаандашынын бутуна кирип келгенден көп деле коркпойт. Анткени партерде деле өтө ыңгайсыз абалда калышы мүмкүн эмес. Мына эгерде мына ошол жагы кооптуу болсо, анда ал атаандашынын белине кирип келишинен коргоном деп ушул Хабиб менен Якминтанын беттешинде болуп калышы деле ыктымал эле. Да, действительно, это все смешанные единоборства. Здесь может случиться всякое. Ого. Вот здесь хорошая атака коленом в корпус. Но все-таки Артур выдержал этот натиск, пошел. Действительно, у нас бой такой в стойке, зрелищный. Но все, Анарбаев переходит в атаку, именно пытается связать оппонента. Вот здесь контратака от Артура Абдурзаева. Но мы видим, что оба оппонента готовы к атакам друг друга и зачастую заранее предугадываются эти попытки. И
скажем, атака не достигает своей цели. Нельзя касаться краев клетки, мы это уже давно с вами выяснили. А что вот здесь? Неожиданно Абдуризаев Артур оказывается на спине. А Анарбаев Бостон перед ним выходит в удобную позицию. И, я думаю, в голове сейчас раздумывает о том, какую именно атаку предпринять. Как отмечал уже Эркин, Анарбаев очень хорош в греплинге и довольно опытен в этом. И в партере навязывает борьбу Артуру Абдуризаеву, мастеру спорта по вольной борьбе. На секундочку, чемпион Дагестана по боевому самбо. Все-таки в Дагестане очень сильны традиции борьбы и самбо в том числе. Так что списывать Артура Абдуризаева со счетов ни в коем случае не стоит. Но вот здесь в неплохой позиции оказался наш соотечественник, он сверху. И Артур, несмотря на то, что пытается его связать, все равно получает удары. И довольно тяжело сейчас дагестанцу. Да, незаметно пролетели 2,5 минуты второго раунда. Этот раунд куда динамичнее и интереснее, согласись, Эркин. И это слышится даже по реакции трибун, которые сейчас вовсю свистят и подгоняют. Прежде всего... нашего спортсмена. Бостон Анарбаев екінші раундта өзінің активтілігін жақсылап көрсете бастады. Бірінші бөлікті қорғануға көрек басым жасап, көбінесе ал өзі сен айтқандай күтусізден ошол Артур далысы менен жерде қалды дегенде, бірінші раундта Артур андай алды қалған мәселе, ал эми активтілігін көрсетіп бастаған Бостон Анарбаев мына ушинтип азыр жалаң гана атандашына соққу узатуу менен алектенип жаткан Бостон экинчи раундту толугу менен өзүнүн активине кошуп жаткан чуру. Азырынча албетте дагы 1.5 мүнөт бар, ал деле Бостон Анарбаевдин пайдасына чечилчүдө ушунчалык жакшы позицияны ээлеп алган. Мындай абалдан кутулуп чыгуу үчүн Артурга мүмкүн гонг гана керек болуу деп турсак, азыр бир сыйра толгонуп чыкканга мүмкүнчүлүк алды. Мына тулку бойго бөйрөк талаштыра соккуларды узатып атат, өзүнө жакын кармаганга аракет кылган менен теориялык жактан албетте ал туура. Артур ушундай атаандашын өзүнө жакын кармаганда сокку узатканга мүмкүнчүлүк болбойт, бирок Бостон Анарбаев сымаптай суурулуп чыгып кайрадан сокку узатып кеткенге өзүнө өзү шарт түзүүдө. Мына чыканак менен соккулар коштолуп атат. Эгер деле бир 2-3 сокку сериялуу болуп кетсе, андан ары көзөмөлдө Артур Абдуризаев жоготмок, бирок ушул бир аз ошол толугу менен үстөмдүк кылып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошентсе дагы күйөрмандар уламдан улам Бостонду алга сүрөп жаткан учуру, алардын деми менен соккулар ар тараптан оң бөйрөк тушка, сол бөйрөк тушка, ошол эле учурда бет талаштыра чабуулдар биринин артынан экинчиси улануда. Да, действительно, очень активный раунд от Анарбаева Бостона, прежде всего благодаря поддержке трибун, как ты отметил, Эркин. Ну а в последние 10 секунд он начинает включаться и пошел молотить по своему оппоненту. Но пока Артур не сдается, пытается выйти из этой ситуации. Ему поможет только гон, который звучит. И все-таки не сумел добить своего оппонента Анарбаев Бостон. Впереди третий раунд, но противостояние действительно очень интересное. И дагестанец, мне кажется, немножко подустал во втором раунде и действительно перехватил инициативу Бостона Анарбаев, который чаще отлеживался в первом раунде. Но мы видим, что включает все свое мастерство и уже перевес на его стороне. Пока по раундам 1-1, это на случай того, если все придется решать судьям. И после такого второго раунда, я думаю, судьям будет довольно тяжело, но впереди третий решающий, и там мы увидим, мне кажется, все максимальное мастерство от обоих бойцов. Ну и здесь гонг пришел на помощь Артуру Абдуризаеву. Если бы чуточку раньше включился Бостон Анарбаев, то, возможно, данное противостояние уже подошло бы к концу. Ну и вот, собственно, минута паузы завершена. Просит вернуться бойцов в октагон Кайрат Мусаев. Он же ведущий сегодняшнего мероприятия непосредственно на арене
во дворце спорта имени Кожумкула. Ну и рефери. Садыкамиров. Ашер. Вызывает бойцов в октагон. Первым появляется Артур Абдуризаев. Мы видели, что как-то слегка даже прихрамывает. Возможно, некомфортно себя чувствует. Он под таким натиском оказался. И будет тяжело ему в третьем раунде. Лоу-кик в его исполнении. Ни к чему не приводящий. Ну, это такое. Скорее, больше для того, чтобы подразнить слегка оппонента. Атака от Бастуна Нарбаева ни к чему не привела. Причем встречный удар даже поймал в корпус. Но ситуация это никак не поменяла. Смотрим дальше. Не торопятся идти в атаку. Неплохая двоечка от Бастуна Нарбаева. Артур все больше и больше уходит в защиту. Вот здесь а выпад. Но это скорее трата сил. Айрықша екінші раундта Артур Абдуризаев бір топ қиын ауалда қалып, ошоның тасири үшінші бөлікі дағы. Тейіп жатқандай, Бостон Анарбаев тынды женгіштен шындығында ғон қана ажыратып қалды ой азырмын-азыр. Ұшыл жерден жақшы бір түй соққыны сол қолыменен Бостон Анарбаев ұзатқан. Азыр Артур Абдуризаев ошол ичке кирип барып атаандашын жерге кулатып ийгиликке жетүү эмес, ал ушундай жалгыз соккуларга ишенип калгандай анын мейлейинин бир манчасынын кийгиче чыгып кеткен экен, аны кайрадан ордуна ошентип келтирип койду дагы. Калыс болсо беттешти андан ары улантууга мүмкүнчүлүк берип атат. Мындай алыстан узатылган соккулар өзүнүн максатына жетиш мүмкүн эмес. Бостон Нарбаев толугу менен идеалдуу өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны сактап турат, эми анча-мынча азыркыдай лоу-киктер өтүп кетиши ыктымал. Ал учурда Артур Абдуризаев да мына ушул белге кирип барып атаандашын жерге кулатып тейкдаун жасаганга дагы мүмкүнчүлүгү жоктой. Физикалык абалы бир аз аны ушундай артка тартып турганы көрүнүүдө. Бостон Анарбаев өтө мыкты даярданган экен, аны албетте белгилеп коюш керек. Үч раундка ушул 15 мүнөт беттешти өткөрүү үчүн мушкерлер канча убактысын машыгуу залдарында өткөрөт. Мына бул ирет дагы Бостон Анарбаев мына экинчи раундтагыдай өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды дагы. Мына атаандашын жерге жыгытып алган, азыр ушинтип үстүнө минип алып туруп андан кийин соккуларды узатуу аракетин көрөбү, же анын дагы физикалык жактан абалы чектелүү болуп калдыбы. Эмнеси болсо дагы ал азыр ыңгайлуу позицияда. Ошол эле Артур Абдуризаев тараптан эч кандай активдүүлүк жок. Эгерде ушул бойдон беттеш бүтсө деле мүмкүн кесиптешим Дидар айтып аткандай, анда калыстар тобунун чечими негизги чечим болуп калат деп. А чындыгында чечүүчү учур дал ошол үчүнчү раунд болушу керек. Анын баары Бостон Анарбаевдин колунда. Сөздүн түз маанисинде десек да болот. Анткени мына ушул колу менен соккуз атканга мүмкүнчүлүк алып, ушул эң акыркы ар бир раундун акыркы бөлүгүндө гана Бостон Анарбаев өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Айрыкча экинчи раундда ага мүмкүн бир 5 секунд, мүмкүн бир 10 секунд жетпей калгандыр. Аны Артур Абдуризаевдин секундантары ага айтып турду дагы, чыдап кой, 5 секунд, 4 секунд, ошондуктан чыдап кой дегенден ал чындап чыдады. Болбосо мүмкүн ошол жерден бул өзү моралдык жактан деле жеңилүүгө даяр болуп калат беле. Ну и да, действительно, включается Анарбаев Бостон с окончанием каждого из раундов. Здесь
Очередная остановка от рефери добавляет баллы бойцу из Кыргызстана. Это, так скажем, на заметку судьям. Все-таки вяло текущий поединок в третьем раунде имеет все шансы перейти как раз к судейскому решению, как уже Эркин также подметил. Ну а Абдуризаев Артур, видно, что потерял очень много сил в первом раунде, выложился по максимуму, затем был плохой второй раунд от него, где пришлось дотерпеть. Вот в третьем, скорее всего, идет по сценарию дагестанского бойца, но в том смысле, что нет у него сил идти в какие-то сильные размены, и в этом смысле потакает ему Анарбаев бастон. И вот, собственно, финиш третьего раунда, прозвучал гонг. И будет интересно посмотреть, кому судьи отдадут победу. Анарбаев Бастон абсолютно уверен в том, что стал победителем. Уже вовсю поднимает флаг гордо над головой. Ну а похоже, что Артур Абдуризаев также все прекрасно понимает. Ну, по крайней мере, по внешней реакции мы видим, что дагестанский боец чувствует, что выиграл он. Если и выиграл, то только первый раунд, во втором и третьем уступил. Главный матчмейкер Федерации WF и советник президента Эрмекбаев Абдрахман. Ну и на награждение победителя называется Эрмекбаев Абдрахман. Советник президента Федерации Клату Вефер Таймаш. Посмотрим, какое решение вынесут судьи. Но мне кажется, все очевидно, да, несмотря на то, что не самый зрелищный поединок выдал Анарбаев Бастон, все-таки он по сумме, скажем, от того, что было, оказался сильнее. Албетте, экинчи раунд менен биринчи раундду толугу менен Бостон Анарбаевга ыгыра турган болсок, экинчи менен үчүнчү, ал эми биринчиде деле ал көз көрүнүп артта калган жок. Болгону Артур Абдуризаев активдүү болгонун гана. Да, действительно, лишь в этом было преимущество. Эстесек болот, ал учурда кайтылуудон биздин кесиптештер дагы бир ирет ушул Бостон Анарбаевга болгон калсын. Мына ушул эскертүүсүн көрсөтүүдө ошондой эле ага чейинки учурда Артур Абдуризаев дагы айткан эле азыр болсо расмий чечим. Об этом бою со счетом 2-1 победу одержал Анарбаев Ну и все-таки ваши любимые комментаторы что-то да понимают в этом виде спорта. Действительно, со счетом 2-1 Бастон Анарбаев побеждает. Двое судей из трех отдали ему победу. Ну а мы скорее переводим этот счет в раундовые, да, в поединки. Потому что, на мой взгляд, там два раунда победил. Ну и на твой, Эркин, тоже. Два раунда за Анарбаевым Бастоном, один раунд за Артуром Абдуризаевым. В любом случае, решение судей, на наш взгляд, объективное. Поздравляем с победой. Очередное успешное достижение в сегодняшнем вечере от кыргызских спортсменов. И давайте послушаем слова победителя. Так, как я уже отмечал, очень далеко держат микрофон бойцы. Команда Михлас, команда Азна, Чоң Рахмат. Азиздин салын тренерин Кызбеков Арслан агай, Руслан агай жана спарринг партнёрлорум болгон досторума чоң ыраазычылык билем. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздарга. Жана Данияр Байкеске чоң ыраазычылык билдирем ушул бой сүйлөшүп бергениңизге жана ВЕФ организациясынын баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Аллаху акбар. Алхамдулилля. Ну и благодарит Анарбаев Бастон, как мы уже привыкли, всех своих близких, друзей, старших братьев и вообще людей, которые...